С 12 мая многофункциональные центры возобновили свою работу. О графике приема граждан, а также какие виды услуг предоставляются населению, мы расскажем в следующем материале выпуска. Многофункциональные центры работают 6 дней в неделю, с понедельника по субботу. Очный прием граждан осуществляется с 10 до 16 часов. О времени работы, а также видах предоставляемых услуг можно ознакомиться на входе в МФЦ, где размещена вся необходимая информация. По всем возникшим вопросам можно здесь же проконсультироваться у специалистов. Прием граждан осуществляется только по предварительной записи по телефону контактного центра 8 800 30 23 444 или через единый портал МФЦ Краснодарского края после авторизации в личном кабинете. Прием документов мы осуществляем по 5 услугам. Это услуги по государственной регистрации и или кадастровому учету объектов недвижимости, по предоставлению сведений из единого реестра недвижимости, по замене и выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, по регистрационному учету по месту пребывания и месту нахождения. И, соответственно, последняя услуга – это регистрация и подтверждение активации учетной записи на едином портале государственных услуг. Эти услуги предоставляются только по предварительной записи. Выдача паспортов граждан Российской Федерации проводится в порядке живой очереди. Что касается оформления выплаты пособий на детей, то для этого стоит обратиться в соответствующую службу, соцзащиту или пенсионный фонд, или подать заявление самостоятельно на портале госуслуг. На сегодняшний момент прием по порядку предварительной записи осуществляется только в центральном офисе в городе Славянске на Кубани. Структурные подразделения в сельских поселениях временно прием не осуществляют. По всем услугам, которые интересуют людей по социальной защите, пенсионному фонду, которые связаны с выплатой различных пособий, пожалуйста, предлагаем пользоваться порталом госуслуг или обращаться по телефонам для предварительной записи в соответствующие службы. Мы прием услуг по социальным пособиям не осуществляем. Для приема граждан организована работа 6 окон, и одно окно работает на выдачу документов, поданных ранее. С целью обеспечения безопасности посетителей и сотрудников, каждые 2 часа проводится санитарная обработка помещения. Между гражданами соблюдается социальная дистанция. Посещение МФЦ допускается только при наличии медицинских масок. Ко всем предъявляемым требованиям нужно относиться с пониманием. Сейчас всем непросто. Уважительное отношение друг к другу позволит сгладить все острые углы. Уважаемые жители города Славянска и Славянского района, предлагаем вам пользоваться предварительной записью, которая возможна по телефону горячей линии и через портал МФЦ Краснодарского края ЕМФЦ. При этом мы приносим извинения за загруженность этой линии и просим набраться терпения, когда вы дозваниваетесь и записываетесь. Мы с удовольствием ждем вас в МФЦ, но только в условиях существующего порядка. Мы готовы вам все помочь и разъяснить. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».